Сегодня 6 ноября. Как вы думаете, чем я занимаюсь? Сажаю луковичные. Потому что до этого были дожди очень долго. И я не могла посадить. Прям болото было. Вот недельку дожди уже прекратились. Немножко подсохло. Вот я решила высадить их. Потому что весной же их уже не высадишь. Уже поздно. Вот это альпийская горка. Конечно, сорняки меня уже здесь застали новые. Я еще ее засаживаю, только в этом году сделала. Вот такая вот она. Все, смотрите, какой парай повырастал. Жестяк. Надо опять косить. Так, вот здесь что я посадила? Вот здесь у меня ирисы карликовые. И вот здесь я возле них посадила пару тюльпанчиков маленьких. Так, дальше. Вот здесь возле молодила. Из одной вот этой вот разрослось все вот это вот. Посадила здесь, что я здесь посадила. Так, ирис луковичный вот здесь посадила. Вот. Ну, мы посмотрим, как оно будет смотреться на альпийской горке, конечно. Вот это из семян я высадила гвоздичку пересую. Так, и здесь я посадила крокусы. Вот здесь крокусы. С краешку, после камушка тоже. Здесь вот барвинок я высадила. Хочу потом вот здесь вот после этого камня поставить кувшин, чтобы вот так вот барвинок это все завил и было такое синий ручей типа. Так, а здесь вот у меня мускари или мускари, не знаю как правильно. Здесь дальше. Смотрите, здесь у меня бомбежка произошла прямо на клумбе. Я клумбу переделала в этом году. Она была вот до лаванды только. Только до лаванды была такая квадратненькая, прямоугольненькая, точнее квадратненькая, говорю. Была грядочка. Потом я как-то розы купила по очень дешевой цене на рынке. И пришлось всю грядку я отсюда убрала и посадила, здесь клумбу сделала. Так, и вот такая у меня бомбежка. И вот здесь тоже еще клумбу добавила. Вот. Сейчас покажу вам, что это такое. Здесь у меня тоже луковичные. Что я здесь понасаживала? Вот здесь тюльпаны посадила. Возле, вот там здесь мак многолетний. Вот он. Вот это вот зелененькая мини-пусечка из семян. Здесь у меня роза заболела с дождями. Мучнистая роса. Надо обрабатывать теперь. Срезать ее уже на зиму. Кошмар. Здесь посадила мускари. Здесь опять тюльпаны. Вот такие вот крупненькие. Здесь опять мускари. Там вот за лавандой между розочкой и невянником вот этим вот ромашкой. Посадила нарциссы. Здесь опять мускари. Здесь тюльпаны. Здесь у меня вот под бутылочкой маленький древовидненький пиончик. Не устояла. Купила у бабули на базаре. На рынке. На рынке купила у бабули за 30 гривен. Как здесь устоишь? Купила. Там где-то нарциссы. Так, дальше. Здесь опять нарциссы возле розочки с лавандой. Здесь у меня лилии. Ну, там за ними нарциссы посадила. А здесь тюльпаны. Тоже пересадками занималась сегодня. Вот еще посадила сюда гвоздику. И очиток видный. Вот здесь тюльпаны, здесь опять мускари и здесь мускари. Так, здесь у меня белоцветник посажен, вот возле такой плетистой розочки. А вот здесь у меня с другой стороны, сделаю здесь арку, посадила из черенков жимолость вьющуюся, каприфоль. Очень классная. Так, здесь у меня мускари и здесь... Здесь вот очиток, который сегодня пересадила. Вот с двух сторон я сделала вот так вот. Здесь вход. Там у меня туя. И там еще должна была одну тую посадить. Не знаю, почему я в прошлом году не купила еще одну. Что-то меня перемкнуло. Не купила. Не успела, может. Не помню. И вот здесь два очитка таких. Вот здесь я камушками выложила в этом году. Вот такую вот сделала.
бордюрчик, здесь поставлю арку. Ну, там у меня ягодник, кстати, за клумбой. Так, дальше. Что у меня здесь? Вот турецкая гвоздика. Здесь стахис. Опять тюльпаны. Вон там нарциссы опять же посадила. Вот сегодня розочки сюда пересадила. И вот такую асточку многолетнюю. Что-то она такой красным передает. На самом деле она такая... Не такой цвет. Она почти фиолетовая, такая темная. А камера передает красным. Так, здесь тюльпаны. Вот так все выглядит. Здесь мускарий. Там у меня птицемлечник. Я вставлю фотку, посмотрите, как он выглядит. Вот там нарциссы. Вот возле них люпин. Здесь почти все из семян. Лаванда из семян, кроме розы, астры. Вот очитка и стахиса. Или чистец византийский, кому как удобно. Здесь опять же мускари. Там опять за розочкой возле юбки посадила нарциссы. Здесь у меня тюльпанчики. Опять мускари. Не знаю, как это все будет выглядеть, конечно, но надеюсь, что будет красиво. Вот у меня еще многолетняя альпийская горка. Цветет многолетний лес. Здесь опять мускари, тюльпанчики, опять мускари, птицемлечник, нарцисс, здесь опять тюльпан, вот опять сюда гвоздичку пересадила, она росла вот там где-то у меня сегодня, где тюльпаны сейчас вот эти. Пересадила на передний план ее, думаю, так будет лучше. Что же из семян, я просто ее в землю так посеяла и оставила, и она вот такая уже за этот год разрослась. Какая красотка. Там еще беленькая есть. Но не знаю. Она только пересадилась, такая вяленькая. Вот здесь у меня гранат. Почему на клумбе? Потому что я не знаю, как он будет плодоносить или вообще будет. А еще он красиво цветет. Будет как цветочек работать. Так. Здесь опять тюльпаны. Мускари. Здесь мускари маленькие такие. Тюльпанчики, нарциссы. Розочку пересадила. Тоже лаванда из семян этого года. И вот такой маленький антириум. Или львиный зев. Тоже из смеси многолетней альпийской горки. Однолетний львиный зев. Такой красавчик. Он немного темнее, камера что-то не передает. Ну, постараюсь так вот его. Такой красавчик. Так, здесь у меня еще инжир растет. Тоже в этом году высадила. Я не знаю, его уже укрывать. Где еще рано. Листья не осыпаются, наоборот, нарастает новые. Не знаю, что мне с ним делать. Когда его укрыть лучше. Хотя уже 6 ноября, скоро, наверное, снег уже будет. Он еще бодрствует. И вот здесь еще у меня мускари посажены. Вот так все выглядит сейчас. Такая бомбежка у меня. Все, всем пока. Подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр. Вот все уже посадила. Так вот уже нету бомбежки моей. Тут вспомнила, вот у меня еще остались малыши, всякие тюльпанчики вот всякие остались. Мускари маленькие. Птицемлечник остался. Не знаю, куда их высаживать, уже места уже нету. Видели, как все плотненько было посажено. И вот вспомнила. Еще гиацинт остался. Вот такой. Покупала персиковый. Вырос синий. Ну, как обычно. Думаю, теперь куда его посадить.